Страна, пришло время! Культурно-развлекательный комплекс «Метели СС» представляет вашему вниманию солистка группы «Краски» Оксана Ковалевская! Ваши аплодисменты! Ladies and gentlemen, добро пожаловать в мир красочной музыки. Встречайте Оксану Ковалевскую, Краски.
годом. 2014. Очень рада, что я приехала к вам. Мамочка. Thank you.
По-настоящему умеет любить. Это очень сильная песня. Я хочу ее подарить вам сегодня, первый день 2014 года. Просто
хлопаем прекрасным, замечательным танцовщицам. Девочки, идите сюда. Мужчины, давайте немножечко встретим. Это все мужчины в зале? То есть, хотите сказать, что... Отлично. А таксисты здесь есть? Ну, в прошлый раз, когда я выступала, здесь таксистов было два. Да-да-да. А на данный момент сколько? Поднимите руки, если есть таксисты. Да ладно. Кто? Вы пассажиры такси? Пассажиры такси! Вот как надо! На самом деле эту песню надо посвящать пассажирам такси. Итак, встречаем песню под названием «Такси». Поднимите руки, кто? Оу. А
они влюбленные. Девушка, такая красивая, невлюбленная. Здесь стоит красивая девушка, невлюбленная еще в парне. Обратите внимание, очень ажурном, красивом платье. Очень ажурном и очень красивое. Ты поняла меня. Замечательно просто. Ну что ж, песню, которую я сейчас исполню, я безумно люблю наполнять душой, голосом, мощью какой-то силы, потому что я пою песню, которую написал замечательный композитор, поэт и мой любимый исполнитель Андрей Губин. Когда-то мы с ним спели эту песню дуэтом, и по сей день я пою с огромной любовью, с огромным удовольствием для таких прекрасных людей, которые приходят послушать и поддержать своими теплыми, бурными аплодисментами. Итак, встречаем песню «Тех, кто любит». И так сердито не качайте головой.
Убегаешь, улетаешь.
Thank you.
Наверное, останьтесь со мной. Я хочу для вас спеть песню, но прежде чем она прозвучит, хотелось бы, чтобы на припеве, который будет «I'm playing in love», когда будет это слово, эта фраза, я очень хочу, чтобы все поднимали руки, просто попрыгали вместе со мной. Мне будет так приятно и так не одиноко, что я одна. Я фиг с ними раздуюсь. Итак, давайте все дружно встретим эту безумно сумасшедшую песню, которую я даю этому прекрасному, замечательному городу Самара. Yeah.